Диалог через спорт. В египетском Шарм-эль-Шейхе состоялся товарищеский футбольный матч. Встретились Ислыч из Минской области и юношеская команда Южного Синая. Наши футболисты уступили египтянам со счетом 1-3. Пройдет и ответная встреча команд. Она состоится летом в Беларуси. После поединка посол нашей страны в Египте Сергей Рачков обсудил с губернатором Южного Синая развитие сотрудничества двух регионов. Отметим, проведение встречи стало возможным благодаря содействию белорусских дипломатов.